сегодня стало известно, кто помимо Олега Газманова и Сергея Жукова помог сыну Юрия Шатунова получить права на исполнение песен «Ласкового мая». Им оказался российский танцор Сергей Глушко. Вчера после похорон Юрия Васильевича между Тарзаном и Андреем Разиным состоялся серьезный мужской разговор, который не принес ничего хорошего музыкальному продюсеру «Ласкового мая». В интервью прессе Тарзан заявил: «Этот человек считает себя величайшим музыкальным гением, а в действительности он мизинца Шатунова не стоит. Я думаю, что Юре будет приятно на том свете, что в его семье все сложилось благополучно». Стали известны причины и подробности чрезвычайного события. Андрей Разин, который 2 недели назад приехал из Америки, был допрошен полицией о деле трагической смерти Юрия Шатунова. Пока идет следствие, продюсер был отпущен под подписку о невыезде. Однако у Разина хватило наглости прийти на похороны Юрия Шатунова и прямо во время прощания начать спор с его женой. Это безобразие пресек Олег Газманов и выгнал продюсера с церемонии прощания. Ну а уже после к делу подключился один из лучших друзей Юрия Шатунова, Сергей Глушко. Прессе стало известно, что Тарзан пригрозил Разину, что раздавит его московский бизнес и не даст жизни в Америке, где на постоянной основе проживает продюсер «Ласкового мая». Тарзан мужчина серьезный, и по всей вероятности Разин решил не рисковать и уступил свои права на песни сыну Шатунова Денису. Уже после конфликта Сергей Глушко прокомментировал события. «Я поступил как нормальный мужчина. Мы мало контактировали, но Юрий был моим другом. Пускай его сын продолжит дело своего отца». Также стало известно, что семья Юрия Васильевича находится в полной безопасности. На вторые похороны Шатунова по причине кремации, которые пройдут в Баварии, семья поедет в сопровождении известных российских артистов. Вадим Казаченко, Сергей Глушко, Олег Газманов, Сергей Шнуров сопроводят вдову Шатунова на похороны мужа, которые пройдут в Германии через 2 дня. Хорошо известно, что у полиции есть разные версии по поводу смерти Юрия Васильевича. Одна из них – это отравление певца. Как сообщила пресса, несмотря на смерть Юрия Шатунова, дело не закрыто и ведутся следственные работы. По некоторым данным, следы преступления могут вести в Германию, так как в последнее время Юрию Васильевичу поступали угрозы именно из этой страны.